апреле, знаете, какая грязища. Я приехала колеса менять, но колеса еще едут, они в мою машину не помещаются. Сейчас племяшка мне привезет. Какие колдобины, я еле доехала. Я как-то тут меняла давным-давно, еще папа был живой. У него рука болела, он мне не менял. Сам, единственный раз в жизни, а так всегда папа менял. Вот второй раз приехала. Сейчас колеса мне привезет и поеду. Ну как у тебя первое катание в 24-м году, Злат? Вспомнила как? Самокатик уже, конечно, старенький. В выходной надо съездить, новый купить. Ну, следующий поедем. Эти заняты. И да и следующий у вас конкурс. Ну посмотрим. А, да. Следующую субботу тоже конкурс. Вот в это воскресенье. И после конкурса тоже кататься. Да, если у вас будет силы, пойдете. Ну, это можно еще. Если вы еще. После конкурса, то воскресенье. Купила на Вальберисе вот такой чай, придающий силы, травяной состав, резкость. Плоды шиповника, ежевика, лист смородины, лист черники, малины, эхиноцеи, трава, плод кизила измельченный. Вот, прям травки-травки, муравки, пахнет вкусно, как в бане. Девчонки заценили, Злата сказала, он второй бокал пьет. Вчера пили первый раз, силы у них, говорит, прибавились, да? Еще хочу. О, третий бокал. Угу. Угу. Завтра в 6 утра выезжаем в соседний город Пензу на конкурс. Беру с собой вот такой вот пауэр для подзарядки телефона. Я думаю, его хватит. Второй не буду брать. Хотя у меня еще есть, знаете, какой? А ты его сейчас покажу. У меня вот тут вытекает. Храню их только для поездок. Как-то куда-нибудь ехать, может быть, и его заряжу. Он такой, ой, не показываю, такой старенький, но он более компактный. Этот удобно, что он узкий. Мне кажется, вот этот мощнее, этот нет. Но заряжу оба. Этот уже наполовину зарядился. Это я вот стегнула вам показать. Выиграла в конкурсе. Ну, радует. Я знаю, что почту многие не любят. А я люблю, я на ней уже, на ней. В этой организации уже 12 лет работаю. Вот. Но меня спасает, что я не в отделении работаю, может быть, поэтому. Но это вы не слышали, это секрет. Себе приготовила такую футболку с ананасом, потому что у нас коллектив называется «Ананас». Детям еще вещи не готовила, пока только костюмы. Это я прям вот так повесила пока, потому что некогда. Два рюкзака у нас будет, один мой. Это я беру себе очки. Это от Эльпике. Наконец-то пригодилось нам так открыть. Для документов, но нам документов нужно немного. Злат, помоги открыть мне вот эту. Давай вот. Я скажу, мама. Давай. Вот, я туда положила паспорт. А ты сними олененка. Олененка твоего, да, Злат с собой берет олененка. А здесь вот у нас копия свидетельства о рождении, паспорт. Все, в общем, давай удобненько. Закрылась. Давай. Здесь пока только вот продукты, чего, косметичка еще будет. А, обязательно, кстати, беру от Фаберлик костюмы, вдруг помнутся в дороге, быстренько их. Салфетки обязательно, обязательно беру вязание, потому что автобусе 2 часа. А я сейчас свое возьму, мама. Соня свое вязание берет. В прихожке темно. В общем, тут костюмы висят, еноты, школа. И вот такой таз большой, потому что Слад танцует с тазом. Здесь вот место осталось, как раз положим, бабуля кекса напекла завтра нам. Так как племянник повезет нас, нужно нам до места отбытия еще доехать. В общем, так как у меня двое детей, такси не приедет с двумя креслами-бустерами, то племяшка повезет. Здесь у нас костюмчики. Они не могут так-то, но все равно. Соня принесла, она тоже берет с собой вязание. Ой, лови. Что ты вяжешь подставку под бокал? Да, сними меня. Вас снимать не буду. У нас жара дома, вы в трусах и майках. Так, как вы контент уместите? Я сейчас тебе дам пакетик специально с замком для него. Так, и все, сюда только йогурт еще положим питьевой. Яблочки нарежем. Что еще? Злат, посмотри на меня. Злат вот губы накрасил на ночь глядя. Тренируется. Мамочка, это что? Это конфетки освежающие. Это для... Нет, это не для детей. Сюда еще мы Соне косметику поместили, именно концертную. Помада для Златы, помада, блеск для Сони и тушь. А тушь, да, завтра... А, экран, да, должен быть для глаз. Я же... Вот это мой.
А куда он делся? Я его ложила. Вот он. И вот он. Вот. Black Eyes только приехал, только получил вчера. Златусь, куда ты лезешь? О, расческа. Все, больше ничего не доставай тут. Это расчески дежурные у Сони. Там они живут всегда. У меня даже всегда. Две. Да, все, складывай все обратно, Злат. И антисептик есть. И антисептик обязательно. На, вот карандаш туда положи тоже. Тебе нос будем рисовать. И стрелки. Енотин. Енотин нос будем рисовать. Завтра проснуться вам нужно 4:30. Потому что в 5 уже выйдем из дома. Где-то в минут 10-6. Ну, мне только одеться, если мы свечкой будем расчесываться. Да, а еще сейчас для волос заколочки будем ставить. Нет, это в другой рюкзак. Он, кстати, нам даже по цвету ходит. Вот да, помощница. Кстати, мама. Все, пока ничего не закрываем, еще будем докладывать. Я хотела... Стартуем. Ты куда едешь, Злат? Ну, давай, сейчас... Все. Ты танцевать. А в какой город ты едешь? В Пензу. Время без 15:06. Возьмите еду, ты вам что ли отдать? Два автобуса там желтенькие, а нас зелененькие. Ехали, пошлите в филармонию. Сейчас я возьму все. Вот мы отдыхаем. Хорошо, у него сидушка всегда с собой. Уже не знает, чем заняться енот. Сейчас ваш прогон будет. Сейчас вот еще парочку и вы. Сувенирные лавки. Злат выбрал кошку. И всю только Соне ходится выбирать. Зачем? Сейчас мы туда продвинемся, Сонь. Смотри, да. В филармонии в Пензе опять выставка картин в фойе. А тут Венеция. Карнавал. Это батик. Это на шелке. В общем, картина на шелке. А я даже не заметила сначала. Вот я внимательно. И это как называется? Да. Слушай, это карнавал. Да. Это вот Венеция, а это карнавал. Злат не очень заинтересован в искусстве. Соня больше любит. Это, наверное, бал какой-то. Да? Карнавал. Да, тоже карнавал, карнавал, да. Вон там Соне понравилась балерина. Сейчас мы там сфоткаем ее. И сейчас мы посмотрим. Енот у нас расстроился. Я тебя снимаю, можешь шевелиться. Три енота. Иди, я тебя сфоткаю тоже там, иди. У нас перекус. Злат уже танцевала, сейчас Соня готовит. Соня не кушает, потому что перед танцем. А Злате уже можно. Хотя ничего не стало, кроме яблочка. И... Ну-ка, ножки вместе ставь. Сколько рост у тебя? Тихо-тихо. Ты уж куда... 95, ну 96. Это прям при входе в зал. Так, надо расписание посмотреть у Сони. А где школьные фото-то? Где-то в конце было. Школьные фото. Злат, отойди от двери, а то откроют. Пошли к Соне. Пойдем за кулисы опять. Вот и гуляем туда-сюда. У меня прошло, Соня наконец-то танцевала. Злат устал, еще 40 минут до награждения сказали ждать, но стерся. Уже вторая чашка шоколада пошла. Вкусно, что ли? А мамуль, привязка где? У меня ребенка украли вороны. Вот что происходит, когда задерживают награждение. Детей распределить не могут. Первой степени. Так, это шоколадки другим деткам сейчас раздадим. Садитесь, садитесь.
наши дети чувствуют нашу заботу, что они находятся. А где она? Я не вижу. Что мы их любим. Вон, ее уже на руках тискают. Гран-при у нас. Здравого мира, добра, здравия, низкого поклона. Идем ко мне. Ой, идем. Второе отделение. Идем. Пойдем сюда, пойдем. Все, мы идем на автобус. Вот они, мои медалистки. Первое место у Сони, первое место у Златы и гран-при у коллектива. Так что мы не зря ехали. Где наш зелененький? Вон наш зелененький. А это кинотеатр в Пензе такой красивый. Да, погодка, кстати, разгулялась. Да, погодка очень хорошая. Мам, мы на этом? Мы на этом зеленом, да, мы туда идем. Все. Пока ехала в Пензу, связала что? Подстаканник. Подстаканник он связал. Это на одну, это, столбик один. В общем, я думаю, что она не вяжет, а она довязала и все, да, в автобусе. А это, покажи, покажи, какую кису купила, Мурысу. Подожди, вот она какая, киса Мурыса. Какая серьезная. На, держи кису. Что, получилось? Все? Нет, ты одну, вот одну петлю пропускаешь. 15 должно быть. Вот в эту и вот в эту вот еще надо провязать. У нее последние два было. Вот это вот? Вот да, это сейчас появится? Да. И все, и будет готов подстаканник у Сони. Это мне. Ладно, будет тебе. Он сладкий, я уж такой связал все. Угу. А я хочу вообще зеленый подстаканник. Да. Будет вам зеленый подстаканник. А у тебя нет, что ли, зеленого-то? У Сони только. Да, я себе вязала на Новый год зеленый. Место мы празднуем роллами. Смотри. Это так много не бери, это очень остро. Я научилась наконец-то есть палочками. Я им прям туда налила соус. Че, попробовала все-таки? Горчит? Вот. И шаурму взяли, еще взяли три чизкейка с разными топперами. Там моська была грязная. Да? Это как близнула. Ну, ничего страшного. Вот. Девчонки роллы с огурцом едят. А у меня все огурцы попадают. Да, ну ешь так. Ты же любишь огурцы все равно. Да. У меня косточки. Даже перекладывать не стало. А потом еще. Я себе шоколад, ой, карамельный, а девчонкам и карамель, и шоколад, и малина. Какой вот вкусней. Карамель. Я пока попробую только малину. Вкусненько так. Влад сверху ест. А мне все вкусно. А, шаурму мы тоже попробовали, ну, часть в холодильник убрали. Это тоже мне вкусно, и это. Вкуснота. Сейчас я попробую. Я вообще люблю чизкейк. У вас все три вида топпера. Я себе только карамельку. Вкусно. Сейчас пробую шоколад. Давай. Я не буду. Тоже вкусно. Да все сладко, потому что еще бы не вкусно. Вчера помимо конкурса, надо видеть, что тут показываю, как будто мяты. В общем, у нас на работе объявили конкурс к Дню космонавтики. Нарисовать что-то, в общем, на тему космоса. И Соня вчера, пока мы ждали доставку роллов, нарисовала вот такую ракету прям фломастерами. Она, конечно, ходит в художку, красками рисует, но вот на какие-то конкурсы или дома ей вот хочется фломастерами, потому что купили вот эти вот в черном футляре ей опять новую упаковку. И, в общем, забабахала вот такой на скорую руку рисуночек. Ну, отнесу сегодня на работу. Здесь я подписала. Вот он, видите, насквозь лист про это пропитывает. Вот, ну, отнесу. Главное, это я не сказала. Ну, ракета, понятно, к Дню космонавтики, но она срисовывала ее с ракеты, которую я ей вязала несколько лет назад. И она говорит, я вдохновилась своей ракетой. Вот сейчас покажу ракету, с которой она срисовывала. Ну вот, собственно, ракета, с которой она срисовывала. Я ее связала, ну, лет 5 назад.
Ей, во-первых, она всегда была любитель всего, что связано с космосом. Во-вторых, Соня очень любит красный цвет. Сейчас от него отходит, но раньше прям была фанатом. И вот такую подушку-микушку я ей связала. Мы на ней спим, поэтому она вся такая. Ну, как спим. Я, когда девчонки спать ложатся, могу с ними посидеть вот на этой ракете, болтать перед сном. Вот, ну вот. У нас такая имеется, и она ее поставила и срисовывала с нее. Но я думаю, у нее получилось. Сегодня после танцев забрала Злату, сидят как мыши. И хотели сходить в магазин, в продовольственный, но пошли в детский мир. Купили Соне двухколесный самокат в детском мире. Мы еще купили, вон тик-так. Две штуки. И Злате купили. У нас еще все кроссовки малые стали. Вот купили и такие легкие, облегченные уже, потому что жара. Как раз скидочка, приятная цена. Выгодная цена. Сколько? 1000 рублей. И за 650 купил вот такие вот текстильные еще. Мне показались они вот тоже 24-го. Но как будто меньше кроссов. Но кроссы всегда больше выглядят. Но не знаю, говорит, не жмут. Вот, сейчас все расцепим, завтра каких-нибудь пойдем. Ну и самокат сейчас будем распаковывать и пробовать его собрать. Время уже 9 часов. Нет, кольчики, они мне хорошо подойдут и не жмут. Не жмут? Да, и пальцы не жмут, и пятки не жмут. Не ко мне. Ну хорошо, давайте смотреть, что тут. А что тут? А, тут этот болтик есть. Это шестигранник, наверное, называется. Так, так, тихонько, никого не задеть. Скутер, двухколесный самокат, 3+. В общем, с 3 лет на нем кататься можно. Но мне можно, мне 9. Да, но он такой большой. А интересно, светящиеся колеса пишут. Максимальный вес 50 килограмм. А у нас у Сони 20 с чем-то весит. Мамочка, у меня второй самокат, может, я ей второй себе куплю? Я тебе предлагал купить новый, ты сказала. Мне не надо. Не надо. Да, тут очень легко собирается, но вставить да все. Да, сейчас вставим, сейчас соберем. Бирюзовенький. Да? Да. Как? Тяжело? Да, тяжело. Ну, пока еще она не разработана, или я затянула сильно? Едет, едет. В штиблетах своих новых. Далеко не едет. Днем рождения! Да, полетелю. Злате тоже интересно. Будешь распаковывать. Сегодня Соня день рождения. И сегодня у нас конкурс. Поэтому сейчас оперативненько поздравим. Поедем, оттанцуем. А потом поедем шашлыки жарить. Я тебе купила, а потом Кока Юль тебе еще подарил. Поэтому у тебя будет одна запасная. Что это? Читай. А всем по номерам? Нет, не по номерам. Там не написано, что ли? А, алмазная мозаика. Я тоже думаю, как так не написано? Все должно быть написано. А вот тут какая-то раскраска похожа. Ну, смотри. Тебе все для творчества, как ты любишь. Главное не опоздать нам. Мастера, срязики. Там пустой пакетик. Это сумочка? Разукрасим. Да. Понятно. А тут еще за срязика взял. Конечно, нет. Угу. А это что такое? Смотри, что это такое. Да. И проектный будет у тебя вот этот чемоданчик.
что за сортир? Это чтобы помпончики делать всякие. А вот это. Похоже, я сейчас поведу на циркуль. А, это ножницы, они просто в футляре. Это как у меня ножницы такие. Чик-чик-чик. Я о, сама. А вот смотри, сколько иголок, как ты любишь. О, теперь у меня будут свои. И крючки свои. И крючки свои, да. И тут еще пряжи. Немножко. Да. Да. Можешь этот чемодан с собой возить. Да. Сюда все потом из пакетов повнимаешь, положишь в эти отсеки. Да. На иголку вот это мне поездки. Ну да, это кроме будешь... ножницы, отсюда я ничего не беру. Видишь, ножницы с футляром, хорошо. Ножницы я просто вынула, а сына оставлю. Мне не надо их поездки. Да. И пряжи. Ну, красивые я... пряжи. Что? Включать звук хочешь в телевизоре? Мы в телевизоре звук отключили, а Злата смотрит мультик. Включай. Могу. Сейчас Соня включит. 2,5, 2,5. Соня разбирает тебе хотя. 4,5. Ну, я думаю, все номера должны быть. Это 2 миллиметра. 5 миллиметров. 6 миллиметров. 5,5, наверное. Да. 5,5. Угу. 3,5. 3. 4. А самый маленький какой? 3, что ли? Двойки нету, что ли? Вот двойка. А, с двойки до шестерки. Да. Ну, и хорошо. Еще мне, что я им буду вязать? Ну, придумаешь. Не знаю. А я видела себя хорошую тоненькую пряжу. Вот, возьмешь. Вяжу из нее закладочку. А вот это рулетка, наверное. А мне прям очень хочется посмотреть. Ну, посмотри. Это все теперь твое, смотри. На акрил. Все на китайском. Ой, да. Какая мерзкая. Как у великий пакетик. Вот это ножницы, они с футляром, я так думаю. Чтоб ты угу. Ничего не порезал. Линейка. А тут, смотри, есть еще и... Маленькие крючки, я думаю, должны быть. Это для кружева, для всякого. Но это потом повзрослее будешь. Я потом. Линейка какая-то отличная. Это номер спиц измерять. Вот сюда засовываешь спицу. А, ну-ка, сейчас... а это? Нет, а тут спицы-то нету. Тут для я тебе все купила для крючка. Это... Вот эти маркеры, как у меня. А вот эти что за штуки? Слушай, это вот закалывать что-то, что ли? Не знаю, сейчас будем смотреть. И это такое, штука поменьше. Не знаю. А вот эти я что? Я сама не знаю, что это. А вот эти? Это кто на спицах вяжет что-то, они там для кос. Но это нам пока не надо. Это вот еще нас... штука. Что-то наматывать, наверное. Вот так наматываешь, вот так вот, дрын-дрын-дрын, может, тоже для помпончиков. Вот для помпончиков наматываешь, потом вот так их соединяешь, наматываешь, потом разрезаешь, и будет у тебя помпончик. Мои иглы. Иголки твои любимые. Да. Большие. А вот это что? Ну, тоже что-то для, кто... Вяжет. Или вот так вот там сунуть. Не знаю. Давай потом посмотрим в интернете. Мама таким не пользуется. Ага. Будем вместе с тобой учиться. Ну-ка, я пока все сложно. Складываю. О, тут записочка. Там, наверное, визитка. Благодарим за покупку. Будем рады вашему отзыву. Угу. Угу. Ну что, опять Институт национальной культуры ДК. Именинница несет костюмы. Злата тут кроссы новые проверяет на прочность. Все, идем танцевать. Енот беспокойный. Опять нашла себе подружек больших, и что-то их там дрессирует. Учит выходить. Сейчас она танец им поставит. И вот так надо спрыгивать.
Ага, я смотрю, она их там тренирует. Кто, кто в теремочке живет? Визглюшка. Что за это? Конструкция. Выступление традиционно горячий шоколад. Злат уже свой выпила. Соня горячий, да? Но он называется горячий шоколад. Остывает? Да, чуть-чуть. Если он нам надо, помаленьку. Ну да, Влад маленькими глоточками. Все, сейчас ждем награждения, потому что странная организация, это же весит 100. Кто выйдет на сцену, тому медаль дадут. Награждение, кто нет, тому не дадут. Ой, как будет вас? Соня! Соня, сколько тебе исполнилось, Соня? 9, у вас сегодня тебе день рождения. А во сколько ты взялась? Ну, по времени. Не знаешь? Я тоже не знаю. Давайте поздравим нашу Сонечку. Ей исполнилось всего 9. Ровно через 10 лет она уже станет большая. Но это очень долго, конечно, да, дети? Пока еще маленькие, давайте и с днём! С днём! И, конечно, пожелаем самым главным Соне учёба, учиться только на 5, да, и на 2. На 5, да? На 5? На 5. Ну, я кто знает, может. Что ещё тебе пожелать? Хороших друзей тебе побольше, да? Ну и, конечно, у нас шоколадки нету, дайте ей 2 медаля. Вот. Вот видите, другим не хватит, я скажу, то это я Соне подарю. Еще давайте и с днём! С днём рождения, Соня! Тепло, просто служение, да? Просто вас остаться на сцене. Уважаемые участники, самые маленькие участники! Еще громче! Диплом лауреата первой степени в номинации «Классический танец», возрастная категория 6-9. Первое место. Соне дали 2 медали. Одну за то, что она в день рождения танцевала. У Златы тоже первое место. Лауреат первой степени. Вот такой вот именной кубок у нее. Вот, на память. 13 апреля 24 года. Но ей хочется там играть в домике с девчонками. Пошлите одеваться и на шашлыки. Пошли. Все, мы последние остались. Все уже ушли. Мы все, идем в машину. Сейчас костюм не забыть главное. Злат устала. Пошлите. Сейчас в магазин и мои победительницы. В магазин и на шашлычки. Вот тортик, Соня. Девятку забыли дома. Бери. Что ты хочешь? Гриб попробовать?
Ядовитый, давай. Ну, он сладенький, он же не настоящий, он сахарный. Сладкий. Ты какой, тоже мухомор? Да, черный есть, хороший. А это хороший. Опята. Они не черный, коричневый. Коричневый опята. Это белые грибы, баб. Белые грибы так шурят. Мороженку потом, давайте хоть сядем за стол, покушаем, потом. Да, вы еще вон малиновый не достал. Не видно, как они поджариваются, вот так видно. Сейчас сначала диетическое блюдо бабули. А потом нам уже мясо. Это точно. Там, да, стоял бассейн. Пойдем. Что там растет? Пойдем посмотрим, что там уже растет вдруг в апреле. Что выросло? Вон ягодки уже зеленые, листочки какие. Лук, наверное. Ой, чеснок, лук. Не ходи, не ходи, по тропке ходи. Вот тропка, Злат, ты что? Это чеснок. Баба же его в зиму сажала. Ну-ка, козы там у них не бегают? Обычно же у них там козы бегают. Какая трава? А что, Саша? А это что такое засохло, Коль? Или это еще не распустилось? Это, вон там слива, а это не помню. Енот, тебе надо носик вытереть. Нет, я не вижу косы у них. Они вон теплицу поставили новую. А, баню построили. Я думаю, что-то у них тут не было. Вдруг баня появилась. Коля, а что за траву сажал? Базилик? Базилик? Ой, тебя сожгли. Это я... Нет, у него... Тимьян и розмарин. А тимьян... А он что? А он не одноразовый? Не одногод? Ну, вообще баба обещала, что каждый год расти будет. Вон смородина какие... Вот смотрите, какие почки у смородины вон уже. Самые большие почки пока только у смородины. И у красной, и у черной. Что он в рот засунул, Злат? Грязь. Грязь, ну что он за поросенок? Самая большая почка. Пчела. Пчела какая большая летает. Она уже все, на работу вышла. Ну пошлите, то правда грибы у нас там сгорят. Козлят, наверное, не будут у них бегать. У них теперь там огород. Вон петрушка, ой, морковка. Мама еще та огородница. Пойдемте отсюда. Куда пойдем? Да. Шашлыки жарить? Да. Сейчас грибочки обжарятся. Да. Куда ты по ягодам ты идешь? Баб не видит. Ну, козлята в сарай. А, они, может, еще не родились, козлята. Уже подросли. Подросли те прошлогодние-то. Ты так раздымила. Не надо больше так дымить. О, вот так вот видно. Мам, я сейчас сушу лук. Где лук, Коль? Сейчас дам его. Как все аккуратненько. Это все 4 упаковки сюда влезли? Нет, 3 штучки осталось. Я тоже думаю, не может быть, чтобы все поместилось за раз. Ну, я думаю, шашлык положу, если места хватит, то и их. Ну да, если нет, пожаришь потом на сковородке. А ты, она хоть лук ест, правда? Да. Лук? Ну, она пару раз траву уже ела. Ты траву ела? Нормально. Угу. Давай лук уж ешь хотя бы, не траву. Конечно, по нему. О, какой красивый ракурс будет. Вон как поджарились, да. А, другая сторона. Кусочек. С кому оставишь? Собачка. Ага, они придут, съедят лук твой, да, собачки? Какие собачки придут? Тут не ходят собачки чужие по нашему огороду. Эх, позвони. Так, мне забирать купаты? Или рано еще? Коль. Пока чуть-чуть рановато. Да, ну ладно, я пошла, тогда я фрукты там режу. Минуток. 5, наверное, 10. Сейчас фрукты нарежу, приду к вам. Я вот цветы забыла заснять. Вот эти самые первые расцветают. Каждый год не помню, как называются. Какой-то мусор прилип к ним. Голубёшечки такие яркие-прияркие. Это все? А все сразу вы пожали? Все.
Тут... Одну, наверное, съели уже. Или... Да. А, ты ешь как раз купаты? Конечно. Мы же вас ждать будем. Тут баранина или баранина и курица? Да, барашка, вот. А, а здесь свинина. А, курицы нет у нас? Нету. Сегодня? Мамочка, а может я крабка несу? Не надо на земле рисовать. Не надо. Возрастным категориям, кому сложно. Они все маленькие. Они все маленькие, да. Да, все. Вот. Будем голосовать. А сейчас, девчонки. Да. Пока никого нет, расскажу. Это наши детки. И у космонавтики рисовали картины. А сколько их раз? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. И теперь каждый сотрудник пишет номер, кто ему понравился, и вот этот лототрон кидает. Да вот, девчонки рисовали. А, ну я ж показывала. Вот еще какие есть. Все хорошие, все красивые. Первые цветочки. Сегодня у нас какое? 17 апреля. Больше нигде нету. Мусор есть. Точки то-кто. А я тебя не узнала. Привет. Мама, а тебе бабушка не сказала, чтобы ты мне самокат это несла? А ты что, какая расстроена? Ничего. Сейчас в магазин пойдем. Хотела Соню. Она возвращается. Коврик забыла. Что-то какая-то расстроенная. Тянули нас сегодня. Не знаю, может, что. Вообще-то она у меня сегодня победитель. Сейчас буду ей подарок вручать. За... ракету нарисованную в Дню космонавтики. Ну, он до фока. Он голубенькая полоска, это фок. Сейчас она добежит, заберет свой коврик. Хорошо, до дома не дошли. Сразу смотрю, без коврика. Все, коврик на месте. Пойдем сейчас что-нибудь вкусненького пойдем. Купим. Будем победу отмечать, да? Да, пойдем. Подарки тебе отдам. Там 4 подарка тебе дали. Вот настроение сразу улучшилось, да? Соня, подарок. Ну-ка, разглядывай, что это от тебя. Это, по-моему, так что где? Набор для творчества детский марк. Это, похоже, что-то из ветки делать. Да, сову. О, алмазная мозаика. Ручки. Угу. Так, это блокнот. Ну, сейчас я распакую. Так. Давай. Я нажму ножницы. Сейчас, подожди. Ручки. Я не помню. А ты со мной поделишься? Ну как же не поделиться? Сонечка всегда делится, а ты нет. Вот-вот, это вышивка из Петра. Не вышивка, наверное, клеить. А собирать как типа сумку, что ли, тогда нет? Сумку шили, а это, наверное, просто. А, это так собирать. У нас новая палочка. А это чего? Это блокнотик. А-а-а. Пойду за ножницами, чтобы его распечатать. Ну зачем тебе это распечатать? Ну, у тебя хочу. Есть распечатать? Ну посмотрит, как же а достать. А это что такое? Это ручка. Давай-ка. Так, так. Я уйду. Прикольненько так. А ты открой. На кнопочке, да? Да. Тут, красивый? Тут вам в линеечку все. Угу. Я ведь встречаю такие блокноты, где разлиновано все. Угу. Тут можно вот так. Злата, на танцах у нас мы с Соней идем встречать и несем... котика, которого заказали. Вот, кстати, надо его сфоткать на фоне листвой. Он будет поярче. Сейчас мы его сфоткаем. Так а вот заказ... я его подержу тут? Давай, доставай. Копил. Это хвост копил. А ты так, как бы мне самокаток